Приветствую, друзья, всех в новом 2022 году. Ну что, рассказывайте, кто как отметил, где отмечали вообще, что интересного было у вас с 31 на 1. Лично мы отметили очень круто, весело. Не дома отмечали, в Солигорске, где, собственно, сейчас и находимся, в санатории Березка уже второй раз. Мы здесь отдыхаем, и я думаю, еще не раз тут будем отдыхать, потому что реально классное место для отдыха, релакса, веселья, в общем. На любой вкус можно тут, так сказать, себе устроить отдых. Ну, а у нас настало время, как говорится, вернуться к нашему любимому теннису. И у нас стартует сезон с турнира в Аделаиде у женщин, где весьма неплохие интересные составы, конечно, не все, как говорится, в боевом настроении и готовы сражаться сразу же. Но, как говорится, если на кого посмотреть, если за кем посидеть, да и вообще, думаю, с вами по теннису соскучились и так. Так что будет в любом случае интересно. И я для этого выпуска выбрал неплохой матч, как мне кажется, интересный. Это представление между Анастасией Гасановой и Ириной Свитолиной, где, как на мой взгляд, не совсем отлично выставлены котировки. Я, конечно, понимаю, что украинская теннисистка явно выше в рейтинге. То есть, ну, как говорится, цифры все показывают. Она опытнее, она выше класса, у нее гораздо больше заслуг уже. Ну, как бы, тут как бы такая разница приличная. Как согласно этому, котировки правильные. Но с другой стороны, нужно понимать, что Гасанова, она, ну, не девочка, любится явно, то есть теннисистка, которая прогрессирует постоянно, набирает опыт, и в принципе она сезон закончила неплохо, у нее были хорошие матчи, и плюс она закончила на месяц позже Ирины, то есть у нее не такой большой перерыв получился, а Свитолина все-таки уже отдыхает прилично, у нее практически давно не было. Как она там отдыхала, как она готовилась, это пока непонятно, неизвестно. В принципе, касательно любых теннисисток, мы с вами будем только по ходу уже матча узнавать, кто как готов. Но я считаю, что Гасанова вполне способна побороться, тем более, считаю, что это начало сезона, и, конечно, девушки будут прибиваться потихоньку. И тут все-таки стоит поставить на борьбу, и то, что Гасанова, ну, не проявляет чистую, поэтому фора на Гасанову большая. Аж смотря все равно, или можно смотреть, тот он тоже очень низкий, поэтому девушки должны его пробивать, как мне кажется. Собственно говоря, вот такое было у меня мнение на этот матч. Я еще разберу некоторые матчи в своем телеграм-канале, на который вы тоже подписываетесь. Ну а так, желаю всем отгулять оставшиеся деньги. Еще у нас впереди Рождество, так что многие будут гулять вплоть до Рождества. И уже только с 8 числа вернуться в боевой строй. Ну и, собственно говоря, удачи всем, хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!